дорогие друзья! Сегодня я хочу посвятить эту притчу моему папе в честь его дня рождения. Днем рождения, папочка, я тебя очень-очень сильно люблю. Однажды отец пришел с работы и наругал свою трехлетнюю дочь за то, что она использовала самую дорогую подарочную оберточную бумагу. Тогда с деньгами в их семье было туго, и несмотря на то, что отец наругал свою дочь, дочка пришла к папе и говорит: «Держи, папочка, это тебе!» Отец посмотрел, и он был очень удивлен, потому что увидел ту коробку, которую девочка украшала именно той бумагой. Он был очень удивлен, что еще буквально вчера он наругал свою дочь за то, что она украшала ему подарок. Но его гнев снова вылился наружу. Он сказал, «Разве ты не знаешь, что когда дарят подарки, в коробке должно что-то лежать, а у тебя коробка пустая?» Девочка со слезами на глазах сказала: «Папочка, она не пустая. В ней мои поцелуи и моя любовь для тебя. Они все поцелуи твои, папочка». Папа улыбнулся и взял маленькие ручки своей дочки и просил прощения. Эта коробочка всегда была с ним, даже после того, как дочка выросла. Когда у него были трудные моменты в жизни, он всегда открывал эту коробочку и вспоминал про этот важнейший для него подарок. Шаббат шалом. До свидания.